Привет, с вами Арсений. Сегодня мы снимать The Escapes 2. Ну, так вот, я выбрал тюрьму, и вы сразу видите по этим пуделям. Да? Или нет? Короче, сразу говорю, это цирк. Я немного там проходил, чтобы сразу там не искать то-то. Но загружайся скорее. Бежим. Оп. Я тут прокопал немного. Блин, я хочу кое-что сделать, там охранник. Он землю там видит? Ладно, я ничего не делаю. Что ты там аж заикаешься? Вскопнули, можно и убегать. Ладно. Вы издеваетесь? А как мне назад вернуться? Вы издеваетесь? Все. Нет проблем, легко иди. Что, валим, что ли? Не знаю. Ну, бежим. Только я чуть-чуть... Это мой старый скин. Давай посмотрим, что там возле главных ворот, которые меня не впускают. Что там? Оп, назад впустят. Ну ночью не работает, что ли? Я здесь. Все, я убежал. Мне нужно сбежать отсюда. Ну уже. Ух ты, идеально. Этот фургон? Что? В смысле? Что? Где нужно этот фургон? Серьёзно? Я так думал, что тебе такая тачка понравилась. А ты? На маленьком фургончике. Два. Кто два? Не два. Я снял про цирк. Тюрьму. Ну и... У меня есть идея помочь этому. Да. Вы поняли. Помочь ему. Ай, давай уже. Извиняюсь, что так рано выходит ролик, потому что... Всё. Где он? Он может быть где угодно. Я знаю, где он. Он там уже устроил план побега или нет? Не успел. Меня немного подлагивает. Все. Так, дальше идем. Я сейчас тебе открою, а ты там открой.
Давай, 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 давай. Все, отлично. Вам это скучно? Смотри, что он пишет. Я следом. Я снимаю. Мне. Подожди, а сейчас видео снимается? Так, да, видео снимается. Что-то я подзабыл. А что у него такая форма, я не понял. А там кирка есть? Блин, все забрал, нету ничего. Ладно, я думаю заканчивать, потому что мы пока будем там все делать. Как его зовут-то? Джек? Если я не ошибаюсь. Сейчас напишем вам пока в чате. Пока. Пока. Вот там даже еще кто-то присоединился. Давай покажем его. Сейчас, подожди, где он? Этот зеленый. Вот зеленый. Я его знаю! Тинти! Тинти! Ты меня знаю! Ты много меня троллил! Ах ты! Иди сюда! Ты меня много раз троллил здесь, Тин! Все, ты затроллен. Все, это мое все. Ну ладно. Ты меня троллил. Все. Ладно, выходим. Выключим звук, все, пошли отсюда. Он меня троллил. Ладно. Ну, неделю назад там, я не помню. Он меня троллил. Все время избивал. Ну, почти сбежал с цирка. Он меня затроллил. Мне пришлось его забанить. Ну, из моей карты. Ладно. Ну, все. В принципе, можно заканчивать. А видео не остановилось. Ну, в принципе, 8 минут, 20. Ну, все, на этом все. Потому что все. Кстати, еще подписывайтесь на Виталикин канал. Арсенал персонал. Коташина. Ой. Сейчас что-то я вообще перепутал. Плеймаркет шоу подписывайтесь. И на Ярика Лапу, и на мой канал. Арсенал персонал. Ну, все, на этом все. Потому что все.